Здание построено в честь объединения Италии в конце 19-го, начале 20 века. В центре там сейчас мы увеличим памятник Виктору Эммануилу, понятное дело, кто. Там слева даже написано «Патрия». Это какие-то революционеры под флагом. Там видно еще много разных революционеров. Ну и наверху, естественно, одна квадрига, другая квадрига, без этого не бывает.